Никто не забыт, ничто не забыто. Старый лозунг новой памятной даты. Впервые 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Почтить память защитников Отечества. К памятнику воинам-освободителям приехали первые лица города и области. Война унесла не только тысячи жизней, но и столько же имен. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой памятной даты – Дня неизвестного солдата. Пока не захоронен последний герой Великой Отечественной войны, безусловно, мы не должны быть успокоены тем, что не отданы последние почести тем, кто защищал наше Отечество, кто спас нас от коричневой чумы. Дата была выбрана не случайно. 3 декабря 1966-го у Кремлевской стены были захоронены останки неизвестного солдата, найденные на 41-м километре Ленинградского шоссе. Немалая заслуга в восстановлении памяти числится и за поисковыми отрядами. Скажу, что, безусловно, поисковые группы занимаются, они не останавливают процедуру поисков останков героев Великой Отечественной войны. В декабре планируется еще несколько мероприятий. Цель их всех – воздать почести ветеранам и павшим в Великой войне. Игорь Умаров, Владимир Шелободов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.